Итак, как измерить петли и среднюю стойку при помощи лазерного уровня? Так, устанавливаем лазерный уровень и включаем перпендикуляр на здоровой стороне. И снимаем размеры. Сначала от кромки порога и затем от всех петель, там где вам удобно. Переходим вместе с уровнем на битую сторону. Устанавливаем его и также измеряем. Ну что, вот наши записи, вот снятые измерения. Итак, от порога до перпендикуляра на здоровой стороне 27, на битой 26 сантиметров. Разница в 1 сантиметр. Отнимаем от верхней петли, должно быть 22, и от нижней петли 1 сантиметр, получается 19, 18,6. Итак, смотрим. Верхняя петля у нас на месте, а на нижней петле у нас не хватает 6 миллиметров. То есть 6 миллиметров нам нужно будет вытянуть нижнюю петлю вместе со стойкой. Ну, на этом уже, пожалуй, все. Надеюсь, понятно объяснил. Пока!